Всем привет, дорогие друзья! Ну что, начинаем наш сегодняшний влог. Вояж. Да, Натали, посмотрите просто. Я не знаю, что она делает. Подожди, Наташ. Что она делает? На Катю посмотрите. Катюш. Мне мешают пакеты. Как у тебя называется канал? У меня канал Мед о переезде жизни в Турции. В Турции. Вы можете себе представить, что мы просто встретились в Москве? Я парикмахер. Это мой старший, вообще-то, наставник. Ребят, я обычный парикмахер из России, который сел на свою Ниву Шевроле и приехал жить в Турцию с двумя собаками. Ты на машине? Да, мы на машине. 4 дня мы ехали. Ты мне знаешь что, скажи, какой чек у тебя выдали сейчас? В этом месяце 606 тысяч рублей. С кем я иду? Квалификация топ-1. Я ровно год. Я год в компании НЛ. Год. Я заработала уже 3 617 000. А как ты относишься к тому, что все говорят, что это секта? Пирамида. Я раньше так же говорила. А, да? Сейчас пофигу. Ладно. Значит, это не так и важно вообще-то. Как я об этом что? Думаю. И снова привет, Лайф Арена. Мы приехали. И все должны быть сегодня дресс-код у нас в черном. Но, как мы видим, некоторые личности у нас выделяются. Да. Подписывайтесь на канал Кати. Называется канал Мед. Я ссылочку обязательно оставлю в описании. Медова. Фамилия Медова. Поэтому ссылочку мед. Оставлю в описании. Спасибо. Под этим. Что мы делаем? Вот опять, видите, они все командами. Вот команда, команда Кати Медовой. Она тоже в НЛ, она наш старший наставник. И если бы не Катя, нас бы, наверное, здесь не было. Наташа, посмотрите просто, какая она шикарная. Просто, у меня нет слов. Она просто шикарная. Ножку, ножку, ножку. Просто, я не знаю. Ты очень красивая, я хочу тебе сказать. Ну, что есть, то есть. Мне очень приятно. Да? И на канал Наташи подписывайтесь. Тоже нет зимы. Но я думаю, что вы уже все знаете. Да, у нас одни и те же подписчики. Смотрите просто, что самое интересное. Ой, ничего страшного. Смотрите просто, какая у них команда огромная. Просто огромнейшая команда у них. У меня будет такая же. И я вас приглашаю в свою команду. И мы будем на следующий год также стоять у этой лайф-арены. И также будем все фотографироваться. Это очень круто. Так, ну что, мы идем сейчас внутрь. И сегодня будет не менее крутая тусовка, чем вчера. Понимали, у нас просто, да. Давайте не будем толкаться, умоляю. Боже, это жесть. Чтобы пробраться в бартер, это просто все бегут занимать просто места, потому что сегодня просто свободная посадка. Я не знаю, где кто, я не знаю, куда идти. Я просто не знаю, где. Я обожаю просто этот звук. Посмотрите, сколько людей опять. Сегодня свободная посадка, сегодня просто трэш. Здесь у нас сидят. Свободная? Нет, у нас сидят. А? Свободная посадка, да. Просто, у меня просто мурашки, чтобы вы понимали. Я понимаю сейчас, что я нахожусь в правильном месте. И в правильное время. Боженька, спасибо тебе. Ты дал возможность, а я воспользовалась. Вы заняты места? Да. Вот эти, да. Эти все заняты? Нет, вот эти заняты. Это нереально круто. Это просто такой масштаб. Это просто такая сила. Боже, друзья, вы даже себе не представляете. У меня наворачиваются слезы.
счастлива, что я здесь. Это очень круто. Друзья, мои дорогие подписчики моего канала, я вам хочу сказать, что я нахожусь просто сейчас в таком прекрасном месте, в такое прекрасное и нужное время для меня, потому что я просто устала выживать, я устала просто с копейки на копейку перебиваться. Да, это я. И сейчас у меня есть возможность вырваться куда-то в люди, вырваться в другое совсем измерение финансовое. И поверьте, я это сделаю. И я вам покажу, что это не секта, что это не пирамида, что здесь есть деньги, их можно зарабатывать. И вы просто сейчас не понимаете, я уверена, что 80-90% моих зрителей сейчас здесь, которые вот вы сейчас сидите, смотрите, вы придете ко мне в команду. Пусть это будет не сейчас, пусть это будет немножко позже, но это будет, я вас уверяю. Потому что я вам докажу, что есть такая компания, где можно просто зарабатывать деньги, работая своим мозгом, понимаете? И это просто нереально. Я не могу вам писать больше вообще ничего, потому что вы сами все видели вчера, вы сами все видите на данный момент. Такое количество людей в секте быть не может, и в пирамиде уж явно. Поэтому уберите свои вот эти грязные мысли, все свои стереотипы, и посмотрите просто, что будет сегодня происходить здесь, на этой сцене, здесь с этими людьми. Это будет нереально крутой масштаб. Это будет нереально крутое время. Короче, я рада, я счастлива, божечка. Я люблю тебя. Самое главное, что я хотела бы сказать, вообще, в принципе, да, вас, вы уже много что увидели. Увидели мои чеки, увидели масштаб просто мероприятия, масштаб компании, миллионеров и все прочее. Но, друзья, я вас приглашаю в свою команду не потому, что я хочу сейчас на вас построить свой бизнес, а потому что я внутри, а вы снаружи. Вы не понимаете, а я понимаю. Я вас научу работе и выведу на хороший заработок, поверьте. Начинайте вместе со мной. Прямо сейчас не надо терять время, не надо думать. Потому что думать – это вообще лишнее. Я хочу… Знаете, вот вчера был такой один миллионер на сцене, и он сказал о том, что, говорит, куда бы я ни пришел, то есть я по финансам могу себе позволить, куда бы, говорит, я ни приехал, в какую страну, там одни пенсионеры, потому что деньги у людей приходят только в очень взрослом возрасте. Он говорит, я не пойму, почему так, когда мы молодые здесь одни, потому что они зашли в компанию, заработали денег и просто могут себе позволить то. То есть они сократили время свое, да, они бы там к 50-70 годам, может быть, позволили гораздо больше, но они к 35 годам уже могут себе позволить гораздо больше, чем другая наша молодежь такого возраста. Я иду к этому, я беру вас с собой. Ребят, не надо думать, поверьте, это того стоит. Я научу вас без вложений, без рисков, без всего. Я научу вас работать, и вы получите свои первые чеки. И надеюсь, что вы закроете самые большие квалификации, которые вообще в принципе есть в этой компании. И я буду с вами каждый день, каждую минуту, каждое мгновение. Так что, друзья, я вас всех жду. Оставляю свой телефон в описании под этим видео и свои социальные сети. Поэтому, пожалуйста, welcome. Вы понимаете, просто какие залы собирает эта компания? Вы думаете, вот сейчас, да, пишите мне комментарии, вот такие, которые стрёмные, короче. И вы думаете, что все эти люди сейчас в секте? Или вы думаете, что все эти люди сейчас в пирамиде? Я вас сильно умоляю, просто прикусите свои языки и больше ничего.
мощь просто происходящего. Я счастлива, что я здесь. Я просто... Ладно, ничего говорить больше не буду, потому что и так я много сказала за сегодня. Это нереально круто. Эйфории, так хотелось уйти в отрыв, а потом не просыпаться рано, так и получилось. Я проснулся, смотрел на часы и понял, что нужно ехать сюда. А потом я увидел вас и понял, что мы меняем формат второй день подряд. И это прекрасно, потому что сегодняшний день не будет похож ни на один предыдущий, а я имею в виду любой день дня рождения, потому что мы, сказав, что мы обновляем все, держали слово. Сегодняшняя церемония признания войдет в историю NL International, только если вы к этому готовы. Тогда мы начинаем. Мирвия Жакунова. Михаила Паспашева.
20 лет компании. Алена и Владимир Ломовцевы. Россия. Встречайте Тима аплодисментами. Ирина и Сергей Пылины. 20 лет компании. Россия. Уже шаг к профессиональному сетевому менеджменту.
И это шаг к очень большим деньгам. А чтобы вы понимали, сейчас стоит перед нами... И сейчас мы будем признавать первый квалификации контракт компании. Топ-1, 2, 3 первый и 5. Контракт встречайте, компании. Встречайте своих героев и своих наставников. Огромный, больше 20 миллионов. Встречайте, после того, как говорит Петр, мне уже добавить нечего. Поехали! Можете себе представить просто. Это просто.
просто что-то нереальное, я не знаю. Дамы и господа, Саманта, ты перепила кофе, кофеин в крови играет. Я один из следующих, Алена и Роман Гончарова, амбассадор первого уровня Одежды России. Время пригласить на эту сцену потрясающий корпоративный совет NL International вице-президента Романа Товстика и советника по развитию NL International Людмилу Астафьеву. Ваши бурные аплодисменты. Невероятные! Мы счастливы с вами работать. Просто счастливы. Это какие товарищи, молодые мальчишки. Просто невероятные. Иди сюда. Спасибо! Да, какой-то дивертисмент, какие-то смыслы. Вот Тимур в одном лице. И арт-объект, и дивертисмент, и смыслы. Спасибо. Чтобы вы понимали, Тимур Родригес уже не первый год ведет день рождения компании. Я хочу пригласить на эту сцену человека, который всеми своими усилиями уже более 10 лет помогает нам становиться лучше и нарабатывать свою хорошую карму. Директор благотворительного фонда «Солнечный город» Марина Аксенова. Встречаем! Этого события, для всех событий и вообще для всего, что происходит в нашем бизнесе, делает просто огромную работу. Советник президента по вопросам стратегии развития Людмила Астафьева. От всей души, кем без кого это событие было бы невозможно. Это всем вам! Всем нам! Вместе! Уважаемые друзья, под ваши бурные аплодисменты, эта потрясающая команда делает общее фото, не забудьте. Очень хочется запечатлеть вас такими счастливыми. Пожалуйста, работают все фото и видеокамеры. Все с профессиональной аппаратурой, прежде всего, пройдите, пожалуйста, поближе. Вышли на улицу. У нас 10-минутная пауза перед тем, как будет петь «Север». И вот, здрасте, у нас закат. Как понять вот так вот московский закат в 9 вечера? Я немножко не поняла, немножко с Геленджиком, на самом деле, я вам скажу. Почему у них так гораздо светлее, чем у нас? Либо я давно не была в Геленджике и просто забыла, что такое закат в Геленджике, но вот закат, время 9 вечера. Почему так? Просто когда я выхожу, допустим, из лайф-арены, да, с конференц-зала, и я удивляюсь, почему до сих пор светло.
И непонятно почему. А вон там летит самолет. Вы видите просто этот момент? Вы не видите. Сейчас я попробую приблизить. А как это понимать вообще? Что это? Это самолет ведь летит? Это круто. Москва, короче, она очень крутая. Очень крутая и очень непонятная для меня. Это вообще максимально здорово. Наташа, Наташа, смотрите на меня. Наташа. Как ты? А, она показывает ножки свои. А я-то сразу не поняла, в чем дело. Красивая девка. Что могу сказать? Красивая девушка. Спасибо.
невероятные сегодня. Пожалуйста, берегите в себе эти горящие глаза. Всегда, во что бы то ни сталось, какими бы трудностями не приходилось встречаться в жизни, берегите эту кипящую жизнь внутри себя. Всегда. И самое главное, самое важное, то, что я хочу сегодня оставить после себя вам от сердца к сердцу. Это одна очень маленькая, простая фраза, но она таит в себе огромный смысл. И звучит она так. Я хочу, чтобы ваша лайф всегда была только в Ha ha!
жизнь, спасибо моя судьба, что дала мне эту возможность. Мои два наставника. Они крутые. А у кого-то не будет монетизации? Да? Это лучшее место! Это лучшее место! На планете! Потому что здесь мы. Да, 100%. И диджей, видите? Сейчас будет самый крутой трек! Сейчас будет! Прошел, мы танцевали, а сейчас мы... Ой, блин, извините, немножко запнулась. Кать, как дела твои? Но мы... Кто самый последний выходит? Кто самый последний выходит? Я не знаю. Мы, потому что мы банда. Потому что мы команда. Мы команда. А не банда. Мы команда, их банда. И банда тоже. Потому что мы самые лучшие. Самые кайфовые. Это 100%. В очередь, девочки и мальчики, вставайте, потому что в нашу команду... Мы собрались все просто как на подбор, я вам скажу. Это 100%. Яблоко, яблоко, недалеко падает. Ну, конечно. Аура собралась, да? Знаете, мне что напоминает? Знаете, это очень круто. Все становятся в ряд, и каждый человек что-то говорит, и до последнего уже доходит, ну, там, чуть-чуть искаженная информация. Да. Вот, и так у нас вот выстраивается, то есть... Кто-то подписался на меня, на тебя, и вот так вот, знаешь, идет, а все мы похожи друг да. на друга, потому что мы все друг на друга были подписаны. Да! Вот, вот. Это самое крутое! Да, и мы теперь, вот знаешь, мне даже, ну там, мне не надо говорить, я знаю, я вот, я что-то знаю, о чем ты думаешь, я что-то знаю, о чем думает Наталья. Это самое крутое место, где я побывала. Боженьки, Life Arena. Энель, спасибо, что я здесь была. Подписывайтесь на все каналы, которые я указала, потому что они очень крутые. Очень крутые. Особенно на Кате в Турции, потому что она взяла все, бросила и переехала просто в Турцию. У меня 4 подписчика на канале. У тебя будет 5, поверь. Мы приехали в Веню, здесь встреча НЛС, чтобы я понимала. Там Вероника Логина. Такое завершение дня у нас сегодня. И мы сейчас хотим поехать домой, потому что уже время 1:00 ночи, чтобы вы понимали на данный момент. Мы поедем домой спать, завтра у нас поезд, все мероприятие закончилось. И сегодня мы оставили просто в Life-арене просто все силы. Немножечко московских ценах. Я просто заказала бокал вина, который стоит 950 рублей. Там было грамм 100. И пасту карбонара, которая стоит 950 рублей. Щавелевый суп стоит 590 рублей, но у тебя еще, извините, я еще на то, что один кусочек. Так что не все так и печально. Да. Вот такая встреча у нас сегодня прошла. Мы приехали сейчас домой. Номера. И завтра у нас поезд в 4 часа. И до 12 нам надо будет выехать. Без 5 выйдем. Без одной проснемся. Просто выйдем. Проснемся без 5 и без одной выйдем. Да, 100%. Так что, друзья, на сегодня я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Сердечко как делается? Вот так вот. Это я сегодня на день рождения увидела компанию. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всего хорошего.